Сейчас я иду по направлению к селу, у которого слияние двух рек происходит. Приблизительное расстояние от Нонгкьяо 5 километров. А это вход к пещерам Пхакуанг, о которых я уже делал видеорассказ ранее. Село же находится немножко дальше. Всю дорогу к селу сопровождают горы с такими вот джунглями. А вот это вход к третьей пещере близ Нонгкьяо, но он сейчас закрыт. Со мной очень желала познакомиться эта собака. А вот и первые жители этого села. Они заняты посадкой каких-то овощей. А вот этим людям не повезло. Мотор отказался заводиться и пришлось грести веслом. Видите, и в Лаосе знают, что такое колоть дрова. Но колют здесь дрова не потому, что холодно, а потому, что на них буквально все готовится. А на долю этих людей припала одна из самых тяжелых работ – таскать бревна. А вот с помощью таких вот мастеров рождаются лодки, которые плавают по рекам Лаоса. А это сельский храм, но на момент моего прихода он был закрыт. А так вот живут сельские жители, в том месте, где две реки сливаются в единую. Основная жизнь села, конечно же, кипит возле главной дороги. Здесь продают, здесь готовят, здесь разговаривают, здесь происходит вся жизнь села. А вот таких вот мастерских рождаются шедевры, которые потом продают на рынках, скажем, Луангпрабанга втридорога. Многие дома в этом селе буквально сплетены из бамбука. Охрана не спит, но дремлет. А вот эти люди у главной дороги трапезничают. Есть в этом селе также и несколько богатых домов. А вот такая природа окружает это село. Если не знать, что этот фрагмент снят в Лаосе, запросто можно принять его за фрагмент жизни в наших селах. А эти джунгли издалека похожи на, скажем, Карпаты. Сейчас попробуем эту тропиночку.
И не зря. Вот мирно пасутся козы, маленькие и большие. А вот и огород, Лаос. Здесь растут мандарины. Их уже собрали. Сейчас вот кукуруза. И все на фоне маленькой речушки. Здесь также очень хорошо растет кукуруза. Ну а кроме кукурузы здесь еще что-то посажено, но я не знаю, что вам сказать, что это такое. И все это на фоне вот такой вот красивой природы. Очень хорошо здесь растет и фасоль. Все почти как у нас. А это чеснок. Да, я набрался смелости и полез в какой-то огород. Вот не могу понять, что это такое. Какие вот приспособления здесь сделаны для вьющихся растений. А здесь посажено. Походу это арахис, наверное. Очень напоминает, по крайней мере. Какие-то баштанные, но я не нашел пока ни единого плода, так что не могу сказать, что именно это здесь посажено. А вот это растут баклажаны. Вот они здесь, круглой формы почему-то. Ну такой вот сорт. Очень популярным растением здесь является салат. Его здесь садят буквально повсеместно. Если брать по-модному, то это называется сельский туризм. Так что я сейчас занимаюсь сельским туризмом. В отличие от наших огородов, здесь по периметру растут бананы. Ну вот эта дорога идет дальше, она возвращает людей в Ванг-Прабанг. Ван Вьенг и Вьентян. А мы сейчас возвращаемся, попробуем найти еще какие-то красивые места. Мы ведь не нашли еще места, где две реки сливаются воедино. Попробуем сейчас найти. С этой целью пришлось углубиться в село. Люди разбегались, скажу сразу, как не знаю от кого. Прятались в домах и боялись показаться на глаза. И тропиночку к речечке. Вот там вот эти две речушки сливаются. Попробую сейчас найти, может, еще лучше дорожку какую-то. Но здесь вот мини-лодочная станция. Вот такие вот они, эти лодочки. Ну вот, пожалуйста, убегают.
А здесь происходит выгрузка строительных материалов, чтобы потом их погрузить на лодку и перевезти в другое село. Вскоре мне удалось найти еще одну мини-лодочную станцию. И даже стать свидетелем ремонта сердца лодки. А сейчас вы видите процесс погрузки строительных материалов на лодочку. Вот так вот здесь и живут люди. Свет мой, зеркальце, скажи, кто на свете всех милее? Самая красивая и привлекательная девушка в этом селе. Почему-то в Лаосе так принято, что всю тяжесть переносят на себе женщины. В данном случае это мешки с цементом. После того, как я угостил этих девчонок печеньем, они совсем по-другому на меня уже смотрели и не боялись вовсе. А вот еще две красавицы. Вот это камень местные собирают. Его буквально выбивают здесь. Сначала нагревают, а потом чем-то раскалывают. Таких вот карьеров здесь есть много. Практически на всем протяжении горы люди добывают камень. Ну вот, пришло время возвращаться обратно в Нонгкьяв. Но по пути я все же искал интересные моменты. Местами я их все-таки находил. А вот эти бананчики почти созрели. А вот вам еще один карьер, созданный руками человека. Только он совсем новомодный. У него даже есть здесь часы. Присмотритесь. Уж больно красивой оказалась эта молодая пальмочка. Еще один панорамный вид. Его я нашел совершенно случайно. И помог мне в этом вот этот вот камешек. А вот это, казалось бы, тропинка создана природой. В сезон дождей здесь просто шел поток.
из джунглей. Ну вот это я не знаю, что. Какие-то дары, принесенные реке или что, я не знаю. Такие вот грозные скалы здесь нависают над дорогой. Посмотрите, на что способны муравьи. А вот это сельские маршрутки Лаоса. А вот на таком вот автобусе мне предстоит поездка 19 января в Уан-Храбанг. Сегодня 17 января, кстати. Вот так вот здесь перевозят багаж, так как в автобусе места нет. Вот вам еще одно чудо природы. Наверное, это гнездо. Только я не знаю, кому оно принадлежит. На многие километры над дорогой нависают вот такие вот скалы. И это довольно-таки экстремально. Непонятно, когда она может обрушиться. Не могу стоять. Очень красиво уж выглядят эти коряги. С отблеском своих теней. А вот это село находится буквально в полукилометре от Нонг-Кьяв. Вот это единственный банк Нонг-Кьяв. А это ремонтные мастерские. Также здесь можно прикупить какие-то запчасти на скутер. Мы возвращаемся домой. Я и мой рюкзак, мы. Мы снова на одной из главных достопримечательностей Нонг-Кьяв. Мосту. А вот в этом месте тоже сливаются две реки. А вот такие они, пионеры Лаоса. Вот так вот здесь страдают туристы.